кусты раздаст. Протопаладин каски. Ну, лучше поищи ретрика, то я не буду бить трэш. Печать аудешна не вкачана, как так? Да, она только в РСТ. Символов нет. И триня говно. У меня нету этой чешуи, короче. Сейчас я портанусь, самолет. Спек переделаю быстро и нет. Цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а Плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому... Пробудился. ...страницу истории. Приветик всем. Приветик. Алин, по тебе Олег скучал, говорит. Скажи, что я по нему тоже. Так возвращайся в Егею. Олеша, я тоже по тебе скучала, зайка. Как ты пережила уход Кристины Вивенко? Я плакала. Честно. Ты за кого болеешь, Олен? Господи, ты что, не знаешь, Ромочка? Нет, в смысле, теперь за Ювентус? Нет. Я, конечно, очень люблю Кристиану Роналду, но... Я просто теперь за Лос-Анджелес Лейкерс болею. Как бы, просто. Хорошо, да, чего хочет, а он уже и так старенький, ну, он еще сезон 2 отыграл и все там. Что без вариантов. Годом раньше на такое уже ушел. А вы что, по мне скучали? Нет. Я да. Нет? Нет. Вот и супер. Да мы по всем скучали, по тебе скучали, по Маше скучали, по Роме скучали. Привет, Ванька. О, всех привет. Кто перечислил. Да, и по Диме скучали, который этот в кнутах сидел. А где Джерион, скучал? Что, Джерион в кнуты ушел? Да нет, этот псих. Психа же, псих наебывал на ГП. Испалился. Так по-тупому. Ваня делает и не палится, да? Да. Главное перед сбросом скидывать. А потом, если что, то косяк скидальщиков. Спасибо за идею. Да не за что. Теперь быстрее одену персов свой. Ничего мне не будет. Чё там, Слави, как твой PvP турнир? Работает еще? Нет, ты чё? Нет, ты чё, угораешь? Я не PvP-шер. Я регал свой Домарену. Лучше бы я не регал свой Домарену. Да я 100 лет не пошел, блядь. Думал, вы половину на лоб ушли. Мне так Гуделёк вчера рассказывал. То, что он ушел, Триська ушел. Ещё кто-то там, не помню. Я не ушел, я просто как бы взял побегать. И чё, вот понравилось? Бегаю, пока игра. Ну там скучно на самом деле. У меня тоже есть лог на офер. Угадай, с каким ником? Серсе. Не знаю. Правильно. Ой, Сари, да? Если Войт там создат персат, то какой интересный у него ник там будет? Протамар. Разве что. Был PvP спек у ретрика, теперь PvE, а чё куда-то талант я не вкачал? Мастерал? Вкачал.
Что-то у тебя хп мало для протопала. Рум, это ты на протополе? Нет. А чё, вот этот же талант не нужен в ретрику в ПВЕ? Нет. Куда? Ну у меня два таланта еще есть, куда их девать? Скорость бега. Все, скорость бега не вкачал. Да лучше на повышение, на уменьшение атаки вкачаем. В РС-ке должно неплохо быть. Я же не в РС-ку хожу. О, протопал, хорошая девочка, она танчила уже. Протопал, начинай. Я думала, ты меня любишь, Ромчик. Ты тоже ничего. Когда молчишь, да? Че я ввожу команду рекаунт шоу, а у меня не показывается рекаунт. Ты в бою. Или у тебя рекаунт запрещен? Ясно. Да не знаю, тут оттуда вообще начали глючить. Тут рейтролы что-то глючат, все глючит. Ты чаще клиента качать смог в циркуле? Так где его качать, я уже не знаю. Там у кого-то тоже вчера говорил, глючил, по-моему, Валера тоже глючил. У меня один клиент с 2009 года, но до сих пор не меня. Конец 11. Вы что, компьютер 6 лет не переустанавливали Windows? Как клиент, зачем менять? Ты что, по диск C форматируешь? Походу, Ваня, только есть диск C. Да, все обычно форматирую. Кстати, как куда ты инфу всю остальную деваешь? Или ты все удаляешь нахуй, что есть на компьютере? Да, ну там шлада на флешку скидываю, потом удаляю все нафиг. Потом обратно к флешке на компьютер и все. Нахуя? Не, смысл я на ютубе слушаю. Да сейчас микрофон чувствительность поубавил, там его и не слышно, наверное, сейчас. Кого, Войда, только на ютубе слушаешь? Да, я когда в Reddit захожу, Славика включаю видосы и фоновом в окне. А так Вовку играю, там РР и все дела. Давайте еще раз, Олег, кресты, поднимите, пожалуйста, Дашкина, я кулаки бафаю, протопаладин каски, кто у нас не с гильдии, Unforgiven, ты в РК? Да, я в РК. Мяша в РК? Герани в РК? Да. Занзира, ты в РК? Все, Анвбумен это с нашей гильды чувак, правильно? Да, да. Давайте фулбаф. Осколки КВ мне пишут. Протопал, давай ты бьешь этим, Джагой Света. И все. По ролу напишите, если вдруг кто-то ролит на другой спек. Есть рыбу у кого? Да, и рыбу поставьте, у кого есть. Кого нету, тоже поставьте. Нету рыбы, что ли, ни у кого? Ну, осколки у нас же, типа, по гильдии, короче, типа, по очереди. Вот рыба стоит, скушайте, сразу две поставили.
Давайте заходим за линию, пейте фласки, у кого есть, у кого нету, вы не очень. Как на пол. Серсея, Флипец, все готовы? Давай, васап, начинай. На пул, на Гелда. Геру. Давайте, милики, шипы, РДД босса. Войд, давай гимн на хп. Шипы сзади бьем. Боже мой, шипы. Хорошо. Блять, аркан без таланта какие-то. Шея за 10% нужна кому-то? Зачем тебе чародейка в равновесии в 5? Да бесплатно одну возьму. Кто говорит? Булин. Это мне не помогло. А он Булин. Пятая пати. Не Церсия. Наручи, танки нужны на мейн? Танки наручи на мейн надо кому-то? Зе на офф наручи. То, что по кольцу, КВ в очереди? Чай, релогнусь, рекаунт, включу, агрити трэш. КВ, спекайся в леди на танка. Ну, на леди в танк. Что я, блядь, говорю вообще? Танка на леди. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Господина, нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. У меня включен рекаунт, почему его не вижу? Откажется повиноваться, будет уничтожен. Потому что скада лучше. Будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Меню, интерфейс, модификация, рекаунт и там кнопочка показать. Беги, малышка, беги! Повторить? Мне интерфейс модификации закрепить, закрепить, синхронизировать. Показать красненько. Сброс, пауза, проверка версии, переключить, сброс позиции, настройки интерфейса. О, вот он, пиздец какой-то.
Спасибо, ребята. Без вас я бы не справился. Но это не 100%. Давайте, два БДК слева, протопал справа танчит. Смотрим за духами внимательно. Милики слева бьем трэшер, ДД справа бьем трэшер. Можешь туда почту поставить? Может кто-то почту поставить, поставьте. Вроде мысли иметь. Спасибо. Баф Престовский от тьмы правой кнопкой снимите у себя. Давайте чек на пул. На боссе только разбойник, а ты тоже трэш бьем. Дашкин, Серсея, Серсея. Все готовы на счет 3. 1, 2, спасибо, 3. Первые на пулы даем на Гелда, остальные на пулы на Куве. Контроль Ретрика. Смотри, слепые, что моб стоит, блядь. Вы что, пидоры слепые, что Ретрик умирает? Давайте, конскьюрит БР Джейми. Баф, господи, баф. Все в трэш, потом будем приводить. Ты не в сил, противиться моей воле. Приводим босс на пул и на Гелда. Трэш, бьем трэш со слева. Смотрим духи, духи появились, только за духами смотрим. Разбежались все от духов. На пулы, на куве. Контроль совы, боже мой. Контроль Ретрика. Следи кулак, хорошо вижу. Трэш бьем, смотрим духи. Сейчас готовимся контролить. На пулы, на куве, пожалуйста. Ой-ой, смотрим за духами. Шаленси, я не знаю, кого ты резаешь, это прикольно. Не получилось. Так. Ну давай, без Бэра бьем босса. Бейте трэш, все в трэш. Я Озёна резал уже Бэром. Хорошо. Дайте маны. Conscurit, Inner, Cersei, диспельте проклятие, слизни тотема, трэш добейте. На пулы, все вижу, на Гелде агро. Сбивайте косты, короче, смотрим за духами. Контроль стила, сова стила, контроль. Ладно, нормально, нормально. Косты сбивайте, главное. Духи смотрим, дух, ДЦ, дух. Ничего страшного. Добивайте. Трэш не бьем, бьем босса все время. Собирай трэш, протопал, бейте босса. Уводи дань подальше, лучше от трэша. Смотрите, духи опять появляются.
духи в центре. Бывало их хуже, да? Смерть неизбежна. Давайте первый значок процента забирает весь шмот, который никому не нужен. ФПМ, сука, по-любому написал, блядь. Если вдруг вам нужен какой-то шмот, который я ему отдаю, вы у него просто так попросите без ГП. Алина, не АФКш, пошлите наверх. Спасибо, КВ, можешь спекаться в ДН. Что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Солдат Альянса тут очень много. Капитан Саурпан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Рома, ты с нами? Да, что говорить? Говорю, что те, кто АФКшит на кораблях, если вы не с гильдии, получаете минус к роллу, если с гильдии ГП получаете. Все, в принципе, очевидно. Возьмите все ранцы, в пушки садитесь, только вы, если вы натурал, и у вас больше 16 сантиметров. Ну и стрелять, если умеете. Так поэтому никогда не садишься. Я лучше всех стреляю. Ну, тогда я тоже промолчу лучше. Че, пацаны, если надо мной шутка, то скажите, мне интересно. Аспирианте, сыны и дочери Орды! Сегодня... По пушкам дайте бафы какие-то. ...смертельным врагом Лактарага! Оркрон, взлетаем! Иди, Паш, иди. Умрешь. Тебе 16 лет, а ты уже курить ходишь. И что, как нормальные люди на трэше. Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Пехота и сержанты! Ой! Уничтожите! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Аллах спаси! Ромчик, я в Лемону Сурха спекнусь? Не, не надо. Там, ну, второй шаман не очень, могут танков уронить. Оружейники, огонь!
второго шамана, но он 6 кг есть. Кольцо на мейн за ГП нужно кому-то? Сапоги за 10% нужны кому-то, дроид? Поставьте рыбу, если есть. И дайте фулбаф по шаману, пожалуйста. По ханту. Давайте по всем фулбафам. Мой мальчик погиб у врат гнева. Скажите, когда будет 5 секунд до пула. Каску подвигаю. На хасту 2 фаски, 200 голд. Обмен войда. На хасту? Да, обмен. Давайте да, за 2000 я баф от демона дам и его в автоатаку пущу, так уж и быть. Ваня, разгоню твой баф демона за счет бафа тотема. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался цел и чист. Ладно. Сегодня я исполню это обещание. Тут были фласки, но не могу их в сумке найти, прикиньте. Олег 10. Сколь могущественно плеч. Олег, 5 секунд, Олег. 10 000 коллег. Рост. Заклинание. Это заклинание.
нашей кровью. Я пока не могу прочитать это заклинание. Веселитесь, слуги мои. Земля обогрится вашей кровью. Я пока не могу прочитать это заклинание. О, я даже не думал, что обгонилось, блядь. На 50 ДПС, блядь. Эти 3 банки выпил, огненный зев прожал. В конечном итоге ДПС даже меньше, чем я обычно отдавал без банок, без этой всей фигни. Бля, я 15 отдал ДПС, пацаны. Сейчас бы орал бы 3-15к, фуу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 u Наверное. Да. Что-то там как-то обосрался. Плащ без ГП надо кому-то? Надеюсь, ты не будешь эти вещи носить. О, пацаны, у вас перерол. Конкуренция растет. Отдавай ему, нахуй, если не нужно. Токен на мейн. Нужен кому-то? Пацаны, там пуги кому-то нужен токен? Мяш. Герани. Герани, тебе он нужен, ты уверен? Да распыляй. Все, токены с обычкой 80. Бля, 15к. Сколько вообще? Последний раз ретриком был на сурке, ну, года 3 назад, наверное. Зона демона и на Африка там какой-то шмот различающийся. Камни. Бля, ну разница в 12 СПД. Это, ну, как-то наш член стоять перестает. Пойду. Кто как к порталу побежал, и бой спал сразу. Пошлите на чумодель. Я отошел на секунду от компа. Сколько вообще? 330. Без интернета дал. Кто? Без интернета. Смог. Алекс Рома тоже зарядка, короче, молода. QV 13к. Вот надо ему простать вылезть, чтобы потом вот так вот позориться. Интересно, сколько я дам, блять, хлоу просто. БДК поинтереснее. Да. ДК тоже 20-ку дает, да? Там тоже не так просто. Чего вот у Олега печать порчи на 80 тысяч больше моей на дамаже? Потому что он бурей чаще бил. Бил бури трэш. Я тоже бил. Ну я чаще бил трэш. 150 тысяч в трэш, у тебя 50.
квеста не было? Мочунку? На леди сегодня квест. Трися, ты как умудрился 14 скадывать? Не знаю. Кем трися? А, ну так. Вы играете. Может забагалось что-то. Ну трися, он воли нет, он же не фуллов. Да и какая разница? В 6.3 можно спокойно за ханта подсадку дурить. Просто сильно хорош насад для всех нас. Ну ладно, там... Если не стараться, допустим, 16. Ну, блядь, не 14 же. Влейте мне Иннер, пожалуйста. Смотрите, слева загрели собаку, справа не агрите. Ваня, утони собаку. Читаешь? Ванечка, утони. Все, я утонул, если шо. Да-да. О, волчатик, пишут, что драгма кинул на маму. Склея там, склея упал конь. Максим себе забрал. Драма вроде не играет уже очень долго. Драма. Редко. Он написал, типа, могу вылететь, и вылетел. А, это не он, это же Лемон написал. Давайте ролим. У кого есть и кидает ролл, тот пидор. Роллером. Дигливар. Давайте, на рендже у нас 3 шипы, 2 лока, 2 ханта и сова. Это сколько? 8 человек и протопал 9. Маги по очереди. 3 шипы, 2 ханта, сова, 2 лока. 8 и протопал 9. Все нормально. И 2 мага еще на подстраховочке. На еще СС, чтобы Гера не на шаленсе кинул. А Азия он на конскирина. Ура.
проверяйте бафы, пишите, кому чего не хватает. Чек на запуск босса. Дашки, все готовы? Начинай, да? Героизм. Что-то завалило, мы котика маленького взяли из приюта. Да ладно, так скажи, посуду не помыл. На мейн. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого! Локунды. Потрясающе! Объект на мейн. Как хотите. А почему от фрагивен передамаживает шабдоморна? Дашкин, тебе нужен меч? Без ГП. Без своей нормальный маг, чтобы не. Нет. Сюда морда теряет хватку. Тачок, ну ты сейчас сильнее, чем наша гильдия, да? Всегда так было. Кто такие же гнари? Они слабее были только когда я там был, блядь. Не разваливай. Давайте. Марату там бафы дайте какие-то, чтоб не нанял. Одну спорок звездочку, одну кромбику. Если на двух миликах будет, скажу, кому вынести. Какое-то дерево подозрительно на меня смотрит. Марат, ты готов? Дай какая рыбка, дайте рыбку, он хочет теперь передамаживать магов этих, сел на ноут специально.
Сейчас я его передамажу, нахуй. Давайте, на счет три начинаем. Один, два, три. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Это заклинание еще не готово. Носим споры. Маг, тоже носите споры. Так он вливает втроем. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Место ауры льда, тьму поставь и мастер ауры нажмешь. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Марат, ты козел, конечно, тот еще. Сука, пельмень поймал за раз. Ты прокопал ревностный прокол. Там Марат, как дела, блять? Вот тебя передамажил, Хайс. Ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорд. Поезд на мейн. Что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Олег, ты на танк ролишь? Да. Элим красава, блядь. Ну как, Элим, он, короче, стал между Поленом, между Эршемом, и сзади еще маг был. Перчатки нужны, шаман? Да, нужны. Стояли красавчики. Набрыгайте его почаще. А что ты в гильдии, я просто посмотрел? На табуренке, да, Игорь? Да мне лень, потом как-нибудь сам кинешь. Добрый вечер, господин Андрей. Crazy Warlock, ты здесь? Ну? No. Вон, прочитай, что Дикам пишет. А что это? Ты вчерашний играл. Бабочки. Получается? Ну да. Ну это, кто вчера со мной был в обычке, тот поймет, наверное. Да у меня даже видео есть. Полтора часа. Ты же тоже был. Вот они теперь в Геру собрались.
Ну нормально, поможет после, потом после резки. Сливы как? Они, наверное, по мувикам смотрели, что мы помогаем после рейдов своих. Кулаки обновить. Решили собирать на удачу. Славик, построив мувиков, в церковь начинаешь верить. Кулаки бафают. Что я вообще ничего не понял? Что там кто пишет про меня? Ставьте рыбу, пожалуйста. Что-то пишет, но непонятно что. Какие кто бафает, Рома? Я сейчас бафну. Я срать ходил. Ешьте рыбу. Будем стопать дамаг на 86, да, надо стопнуть, или сколько там, да. Когда переходка? Да, переходка на 80? Да. Если на 80, на 80 переходка, что вы ему говорите? Ну, значит, мы стопаем на 86. Если я говорю стоп ДД, значит стоп ДД, ну это тактика такая, если будете делать по тактике, значит будете по тактике. А не прожимайте сейчас, не вызывайте горгули, не жмите крылья. Босса под зеленого и все. Я не очень знаю тактику, поэтому чек на пол. Азион. Началось. Я тут. Давайте подходим ближе к боссу. Ну, естественно, шаленцы ходы на куклу. Давайте, золотистая пей, выпил, ла. Пулим босса, поехали. Отходим с луж, экономим их. Главное, двух следующих замедли, этого первого не надо. Давайте, на счет 3 стопаем ДД в босса. 1, 2, стоп ДД, убрали мышки, убрали петов, стоим, курим, трогаем себя за писюн. Кого нету, можете сорсею потрогать. Она рядом вроде. 1%. Бьем босса, петов уберите. Переводим. С обеими дебафами к столу. Оба дебафа к столу. Давайте, бьем слизь. Красный смена, убежали от красного. Хорош, лучший боб в жизни. КД потом на второй переходке. Потом мой будет. На панели есть? Да, достал. Смотрим, сейчас красный появляется, от красного крана отходимся. Хватит ловить пельмени, 2 хила поймали. Бьем красного. Блин, Трися, веди внизу. Сейчас кого будет. Я ничего не делал. А ты с таунтом? Нет, у меня нету таунта. Но нету КД. Помнит, посмотри. Может, у меня включено неистовство?
таунтил, нету КД. На оба таунта не было, посмотрел сразу. Два процента, если что. Стол, а, переводим. Да какой, переводи. Переводим, конечно, что вы. К столу идем. Вовремя сказал. Про проценты вовремя сказал. Ну там нормально было, когда на 40 добили как раз. На 38 добили как раз. Зеленого. У кого он боли там убивал? Давайте, диспеллим кукол. Давайте. Зеленого все лупаш. Забирай золотистый. У меня нет регов на диван, поэтому надеюсь, да, мы добьем. Похильте этот трэш, пожалуйста. Золотистая, тебе нужна колба? Пятьдесят восемь ГП. Токен покорителя нужен кому-то? Ого. Как узнать, кто же из вас по приоритету сильнейший? Айс Фриз, ты роллил? Дашкин, ты роллил? Сука. Какой Дашкин выше? Чё отрало? Да ничего, прицел, все хорошо. Чё ты там на X5 играешь? Да я сейчас нигде не играю, так вот дешёв, буду попасть в риск какой. Придум. Есть? Ретрик есть? Какому? У тебя. Не так приедешь. Заходи, вместо меня поиграешь. Сейчас я заходил. Бафы, да, надо, да. Ты чё бафаешь? Есть. Да, ретриком сложно играть. Я половину боя не могу автоатаку все настроить, чтобы она меня била. Чё, где? Не берет меня в рейд, я его сломал. Я не видел плюса. Он видел. У нас тут маленько проблемки. Давайте их решать, ребята. Пожалуйста. Видите, тактика, станьте двух тактиков, играйте в тактика. Кольцо, да, и всё. Разве сначала нужно не лича играть? Не знаю, кто-то выдумал этот прикол. Тактики станет танков. Командир откидывает рейд, а лич дает только боб по мобу. Лич большой, его видно. Пока его сливаем, танки агро набирают на остальных. Да, им нужно и так сказать. Тут трудно, не трэш, мне кажется, не заметить.
Большого сливает, потому что мы до этого контролим всех остальных почти. Остается лейтенант и большой. Я у тебя лукаюсь. Блин, там загрел хант трэш тут. Технично одного. Кидай пати. В пати. Там уже. Сейчас я выйду. У кого-то общий отчет по смертям, кто там, я или хлебец первый? Ты? Себе по-любому. А на меня СС кто-то повесил. У тебя Никита. Первый хлебца два. Никита Майрон первый по смертям. Бля, как ты еще имя его помнишь? Приходи, Олег, потом на лича, может, нужна будет замена. Ну, если надо будет, просто скажешь. Давайте два ханта и войт на кинетике будут, на пульте Талдорама все на Гелда. У вас трое, поэтому с напулами должно быть все круто. Ты тут? Да все же все здесь, что ты шкафуешь. Только Триси. Триси, пошлой. Тут. Давайте, чёрт. Рома, есть баночки в доме? Да. Все готовы? Давайте запускаем. Вы смертные. Думали, что одолели нас. Дайте инту, маги, нету инты. Непобедимые воины короля лича. Спасибо. Теперь наши силы едины. Это не ОП. Подними его, Вова, а то нет покрыта. Боже мой, бро.
точечно бьем этого босса злого. Капец, молчать до сих пор. Там ревность, что-то сделай, прожмись. Тебя проверь, чтобы сферки на тебе были, потому что тебе ревность на топ. Кто там что-то говорил, собирает. Молчату нужна твоя помощь, Лех. А, ну ничего, долго, наверное, будет собирать. Сейчас хоть онлайн более-менее возвращается как-то. Не то, что там месяц назад вообще никого не было. Не знаю, что в гильдии мы не смогли рейд собрать. Это, считай, онлайн был неплохой. Короче, без ГП нужны кому-то. Грудь это за 10% надо кому-то. Танка, перчатки без ГП. Обожаю эти замены, когда, короче, маг первый подамал, говорит, поменяй меня на мага, который 6,2 аркан, короче. На мида? Ага. Ну да, это там 13 место будет. Маздиско. Ну, короче, видел мага недавно в рейде. 6,2 аркан. Короче, говорят, 25 гер был последний подарок. Вчера я в облачке хилил холипалом в элитрию. Вместе с холипалом и растахмал. Они вдвоем на хилине 3 ляма за весь бой. Там 46 тысяч было хпс у тебя. По-моему, его брат какой-то был, вот этого типа, сегодня в обычке у нас шаман. Смотрю, просто 10 секунд стоит такой, кастанул что-то, блядь, смотрю, бегает, стоит. Нихуя не кастует, просто стоит, руки опустил, я ему в РК говорю, ты чё, блядь, пиздец. А он потом взял камень возвращения, кастанул, блядь. Ну, ты знаешь из той истории, что в 5 классе пришли к челику на день рождения, запустили героев 4, и челик никогда не играл. В его очередь ходить, он такой, а где это я? Я никогда не играл в 4 героя. Плохо. Он и в 3 не играл. А я в 3, в 5 играл, видел даже 6 когда. Ну, 6 мне не понравились. Это же сейчас, кстати, 5 на компе есть. Недавно. Да, я там компанию недавно проходил, может, в том году. Как там, Балюк поживает? Да нормально, мы вчера на свадьбе были. У меня вчера у сестры на свадьбе был. Thank you.
Трофей лопнулась. Сейчас зайду.